Выбирай игрушку. Вот рацию хочешь, Вадим? Рацию хочешь? Маленький Вадим довольно быстро определился с выбором среди большого разнообразия игрушек. Настольные игры, конструкторы, раскраски, творческие наборы, книги и головоломки были предоставлены к празднику благодаря поддержке администрации Ленинского городского округа и членов общественной палаты. Мы очень благодарны за подарки, предоставленные к празднику Дню защиты детей. Спасибо, что нас не забываете. Спасибо большое. Каждый год Ленинская районная организация Всероссийского общества инвалидов устраивает ко Дню защиты детей праздничные мероприятия. Но в этом году их пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Но мы не могли позволить, чтобы дети, наши особенные дети, остались без праздника. И благодаря в первую очередь поддержке администрации Ленинского городского округа, членам общественной палаты нашего округа, мы смогли подарить детям подарки и собрать продуктовые наборы. И я хочу поздравить всех с праздником и пожелать всем здоровья, здоровья, здоровья. Многие ребята подготовили ответные подарки. Милана сделала к празднику красочную открытку. Милана любит рисовать на самом деле. Она этот рисунок готовила к Дню защиты детей с сестрой. Они нарисовали. И она очень любит рисовать, много поделок делать. Спасибо всем за подарки. А что ты выбрала? Вертолет и какой-то набор АУЗе. Хотелось бы выразить огромную благодарность обществу инвалидов во главе с Натальей Алексеевной Рящиной за такую поддержку, как бы во времена такие для нас несложные, во времена пандемии, вот, а в преддверии праздника детского, да, Дню защиты детей, вот, за такие подарки. Подарки получили более 60 детей в возрасте от 0 до 16 лет, состоящие в обществе инвалидов. Для организаторов акции было важно, чтобы особенные мальчики и девочки почувствовали любовь и внимание. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.